Все, готовы? Ксюша с подушкой едет. Ты мой друг Стивен! Спать, что ли, в машине будешь? Ты что, хамбургер? Бомбинтон? Бонечка, мы сейчас подружку тебе привезем. Поехали мы за кошечкой наконец-то. Я Швассер. Поехали мы наконец-то за котенком. На всякий случай возьмем сумочку, с которой мы ехали за Бонни когда-то. Теперь едем за котенком. Каролина в школе, Макс в садике. Мы едем с Маргаритой, с Ксюшей. Идем, у меня рюкзак тяжелый. Иди в машину, бери ключи, садись. Так, все, мы уже в дороге. Мы в Германии! Да? Ты уроки давай делай. Нет. Она взяла с собой уроки. Давай, делай. Давай, давай. Я взяла кошечки. Что ты взяла кошечки? Спрей. Игрушку. Спрей. Игрушку. Мячик. Угу. Роза. Девчонки поехали, чтобы поспать в машине, скорее всего. Уже проснулись. Нам ехать 1:07. Не верится даже, что у нас котенок будет. Я надеюсь, нас не остановят на границе, потому что у нас нет ничего, ни тестов, ни прививок. Надеюсь, что граница будет пустая. А девчонки с нами поехали, чтобы просто поспать. Так, нам осталось 12. 10 минут осталось, мы уже в Германии. 10 минуток, и мы будем на месте. Смотрите, как называется, Москва. Мама, 10 минут это еще долго. Да, конечно, мы ехали 1.5 часа, 10 минут это уже ничего. Уроки не сделала? Нет. А что взяла рюкзак? Мы на месте, теперь ждем хозяйку котенка. Что-то ей позвонили, она не отвечает. Ты чё там? Ку-ку. Ай, мама! Ну что, знакомьтесь. Мы еще пока не знаем, как ее зовут. Вот она. Вот она, наша красавица. Взяли мы девочку серенькую. Девочка наша. Боится, дрожит. Говорит, куда меня забрали от мамочки, от папочки? Забрали к собаке. Да. Малышка такая. Пахнет валерьянкой, да? Да. Все, поехали. Какой-то пакетик, мама. Смотрите, какие у нее лапы. Огроменные лапы просто. Мягкие лапища. Не только сегодня сделали прививку, самую первую. Очень острые когти у нее. Спрятаться хочет. Ладно, все, поедем мы. У него вот очень острые ногти, она цепляется сразу. И получается 2.5 месяца. Она родилась 10 сентября. Иди сюда. Так, как мы теперь ее назовем? Мы еще не решили. Blackpink. Blackpink. Попусики до синдроба. И Сюня, иди сюда. Иди, не бойся. Иди сюда, иди, красавица, иди ко мне. Ты лакона мыляра и мы пелуда. Поменяет шерстку, она будет еще более пушистая. Мы еще никак домой доехать не можем. Гуляем. Она там сидит, посадили ее. Это он! Это она. Бакс Банни! Давай Луна назовем. Так смотри, чтобы она вниз не ушла, а то она под кресло спрячется. Куда ты идешь? Иди. Красавица. Сидишь спокойно, да? Да, у нас что собака из Германии, что кошка из Германии. Все у нас немцы. Немецкие животные у нас. Made in Deutschland. А Рики у нас кто? Рики у нас. Вообще, Рики у нас из России. Нам сказали, что все хомячки из России. Русские у нас, Рики. Подожди, осторожно, чтобы она не выпрыгнула вниз. Нам нужно было заехать в аптеку. И мы через 5 минут будем дома. И наша красавица тоже в своем новом доме. И у нее не разные глаза. Это был эффект на фотографии. Казалось, что глазки разного цвета. Просто у нее, наверное, скорее всего, будут светло-коричневые. Ну, киса. Кизя, я сказала. Ее нужно спокойно пока оставить, 2-3 дня. Она должна освоиться. Ну, для нее стресс.
От мамы, от папы оторвали, привезли в какой-то дом другой, другой запах, еще собака там. Ну, с собаками они хорошо ладят. Это вот как собака с ней будет ладить, вот это другой уже вопрос. Устали? Конечно, да? Я кушала хорошо. Нужно было дома остаться. Мы корм еще не купили, она нам дала вот пакетик. И завтра поедем, купим корм. Дала вот такой пакетик, и здесь наполнитель. Вместе с ее мочой. В общем, она пописала, она взяла немножко тут. Наскребла мне в пакетик, чтобы насыпать нам в наш этот лоточек. Все, что она еще дала? Вот такую погремушечку она дала. И там один мешочек с валерьянкой, запахом валерьянки. Вот. Так что корм она сказала, каким она кормит. Нам нужно заказать через интернет. Да, Боньку сначала убирайте. Идем домой. Ксюша со своей подушкой. Чтоб кровать с собой взяла. Здрасте! Здрасте! Это мы! Оли! Вот и Лена, кто? Она! Она! Только не кричать, ладно? Она сама выйдет. Пусть она сама выйдет, ладно? Ну только. Пойдем. Тихо. Нанюхай. Два с половиной месяца. Видишь, она спокойно нюхает. Она спокойно нюхает. Бонь, туда нельзя. Она спокойно... Нет, туда нельзя, Бонечка. Маленький, да. Она дрожит аж, Бонни. Видишь, она спокойно реагирует. Тихо, все. Не напугай, Бонни. Пойдем, маленькая, пойдем. Она думает, что это такое там. Приехала. Бонни. Видишь, Аня? Молодец, не гавкает. О, она рычит. Кто? Кошка. Да, рычит. Она сама вылезет, пусть сама вылазит. Она боится. Да, все, успокойся, подружишься, да. Все. Все. Она сама выйдет. Решится сама, пока полежит. Так, я сейчас ей насыплю наполнитель. И вот это вот сверху с ее запахом. Мне писали, что нельзя наполнитель выкидывать в унитаз. Так, и вот здесь, видите, нарисован унитаз и то, что можно выкидывать в унитаз, потому что оно состоит из бумаги. Это, знаете, такой вот картон мелкий. Оно будет растворяться очень быстро. Это био. Не все можно выкидывать, это есть некоторые, которые нельзя. Но вот этот, видите, вот такой вот он. Это все бумага, картон мелкий. Это чтобы какать? А вот это нужно было отодрать, да? Я не знаю, она не отдирается. Это для какать? Да, это чтобы в туалет. Я не могу вот это какать отодрать. Но... Я не знаю, сколько надо насыпать. Наверное, конечно же, не полное, но чтобы было. Это как песок. Да. И теперь мы здесь пакетики. Макс, все, не трогай. Вот тут описано, это на пипи сделала, не трогай. Чтобы ее запах был. Все, и мы пока здесь оставим. Тогда, если она хочет, зайдет. Да, но если хочет, она зайдет, в туалет сходит. Только смотри, чтобы она перышки эти не жевала, в рот не попадал. Писали в комментариях про вот эту игрушку с перьями. То, что может подавиться кошка. Ну, мы, конечно же, не будем давать, чтобы она с этим одна играла. И чтобы как-то грызла. Будем следить. Видишь, она уже. Ей интересно. Сладкая такая. Ксюша хотела сделать уроки в машине, но она не сделала. Она спала в машине. Мы уже играем потихонечку. А потом Витечку.
Она захочет, выйдет. Она уже покушала немножко. Ой, зацепилась, зацепилась. Осторожно, чтобы она не откусила кусочек. Зацепилась, мама, у нее зацепилась лапка там. Лапка? Да. Тихо такой. Ой, ой, все. Она меня уже поцарапала. Вот так. Вот так. Вот так. Так, ну что, ребят, пишите. Смотри, у меня тут лапка. Пишите, ребят, в комментариях, как нам ее назвать. А мы почитаем и выберем, какое будет самое лучшее. Кто-то ей нравится? Кто-то. Так, какой чай выбрать? Чай. Мой любимый чай. Индийский чай. Вот такой. С грейпфрутом. Маргарита, тебе все равно, какой чай? Да. Хорошо. Получается красный чай. Что? Ой! Мы сделали ей пока временный домик. Из коробки и из футболки. Все, иди. Привет. Иди в домик. Там будет спать, потому что я оставлю коробку у девчонок в комнате. У меня в комнате нельзя, у меня Бонни спит. А, посмотри, она меня как уже поцарапала. Привет. Привет. Самодельная коробка получилась. Самодельный домик. Из футболки и из коробки. Только я не знаю, как она в туалет будет у вас там ходить. Мами. Сама вышла уже. Мама, она сейчас зайдет. Видишь? Мы же как-то должны познакомиться. Да. Ну все, ничего страшного. Бонни ее не тронет. Кару, Салли. Салли. А если она треснет ее один раз, Бонька уже не будет подходить. Да? Да. Ну все. Они должны как-то познакомиться потихонечку. Не рычи. Мама, я боюсь. Не рычи. Так. Хвост, смотри, подняла. А что это означает? Ну, злится она. Шерсть вышла и была. Папи, ты же ветунт. Да, моя девочка. Да, идем. Да, кричит. Мама, я боюсь, больно. Нет, ничего страшного. Видишь, она уходит. Бонни хочет подружиться. Да? Бонни хочет дружить. Но она пока не хочет. Потом привыкнет. Они вообще говорят, мейн-куны, они очень хорошо ладят с собаками. Нельзя. Не бойся, она тебя не тронет. Шипишь, да? Шипишь на Бонни. Какая серьезная киса. Ты что? Бонни хорошая. Иди дружи, не надо. Ой. Ну чего ты рычишь, а? Интересно самой, видишь? Заглядываешь, интересно. Чуть не влетела тебе, Бонь. Да, Бонь. Чуть-чуть тебе достала бы до мордочки. Ну что ты какая? Бонни интересно, она хочет поближе познакомиться. А киса не хочет. Да? Ты не хочешь? Но тебе любопытно. Но ты боишься. Это коробка. Не хочет она говорить. Или что такое? Это я смотрела ТикТок, и там показали такой лайфхак. Берут просто коробку, надевают на нее футболку, получается дырочка, и все, и получается такой вот домик. Бонни. Легко и просто. Макс, Салли. Сумочка, да? Это нужно в игрушку, Ксюша. Я когда дала понюхать, ей понравилось. Надо игрушку купить. Много понюхаю. Это мята. Мятой пахнет. Мята это что? Мы уже тут играем вовсю. Уже играем. Давай. Ну, устала, что ли? Вот так. Все, она уже потихонечку усваивается. Поставили туда ей домик. Сегодня она будет здесь спать. Давай. Вот так.
Царапулька маленькая. Она уж твоя не Ксюша боится ее. Ксюша боится, что она его поцарапает. Не поцарапала еще? Даже не чуть-чуть. Только в машине чуть-чуть он так она взял. Она следит, ей нравится смотреть на хомячка. Она сидела там на крыше и наблюдала. Смотри, как она прыгает. Не, ей нравится, как у меня звучит. Смотри, тут. Ей нравится, как у меня звучит звонок. Да? Носки мои. Мне нравится, как ноги пахнут. Тебе нравится, как мои ноги пахнут? Все, у нас уже Рики тоже знакомится с кисой. Держи, держи, держи. Кис, Али. Угу. Куда? Ну попробуй, пусть она с комнаты выйдет. Тихо, положи ее вот сюда. Иди. Если выйдет она. Тихо, кошка. Пойдем. Иди. Чу. Тебе туда нельзя? Тебе туда нельзя, у тебя другая комната. Все? Где она лежит? В домике. В домике? Она спать уже хочет. Да, все, она уже засыпает. Она вырубается. Все, спокойной ночи. Завтра будем наблюдать. Что у нас завтра изменится? Мама, мне завтра рано. Маргош, пока. Давайте. Мама, рано не забудь. Пока, Рики. Так, у Рики у нас сейчас день начался, поэтому он у нас не будет спать. Рики, доброе утро. Да, Рики, доброе утро. Он будет у нас сейчас бегать. Ладно, все, пока. Пока. Все лежим. Макс, пойдем зубы чистить. Нет, он на голове стоит. Макс. Голова не будет болеть? Ну, в голове. Пока что она боится выходить из комнаты. Там она себя уже чувствует спокойно, но из комнаты не выходит. Вот, ну, посмотрим. Потихонечку будет привыкать. Все, ребята. Всем пока и увидимся в следующем видео.